как живем мы на планете. Нужно, чтобы знали дети, кто нам это все расскажет, кто нам это все покажет. Супер-мега-звездочка! Лемура и Форточка. Привет, Белуна. Привет, Форточка. Интересно, а что это у тебя в руках? Это приглашение. Приглашение на день рождения. Нас пригласили на день рождения? Здорово, Белуна. Ведь это прекрасный праздник. Да. Но есть одна маленькая проблемка. Какая? Что случилось? Ну, ничего не случилось. Просто я абсолютно не знаю, что подарить имениннику. Ни в коем случае не нужно расстраиваться. Ты забыла, у нас ведь есть ребята, которые всегда готовы нам помочь. Давай у них спросим, что бы они хотели получить в подарок на свой день рождения. Отличная идея, Форточка! Всем привет! У меня на выходных будет день рождения. Я хочу стимус, айпад и чехол. Желаю, чтобы вы не болели, всегда были живы и были счастливы. Я хочу, чтобы мне подарили на день рождения скейт, слайм, большую куклу и лол. Всем привет! Меня зовут Алиса. Мне хочется день рождения вышить телефон, еще куклу огромнейшую. Еще желаю счастья, здоровья, чтобы все здоровы были и тихоти. Всем пока! Я люблю вас, целую! Я хочу, чтобы мне подарили на день рождения куклу Бобибон, игрушечный поезд и планшет. О, какие разнообразные вкусы у наших зрителей! Теперь мне будет гораздо проще определиться с подарком. Форточка, а что бы ты хотел получить в свой день рождения? Я бы хотел получить в подарок новое сверхскоростное зарядное устройство. Здорово! Очень полезный подарок. А вот я бы хотела получить подарок... сумочку, помаду, новое платье, новые очки, 3 барабана, сачок для ловли бабочек, изумрудные орешки, постеры Wednesday, и еще я хочу путешествовать. С такими запросами нужна волшебная кнопка. Вуаля! Теперь мы сможем путешествовать, когда захотим и куда захотим. Именно так, Белуна. Тогда мне бы хотелось отправиться в Италию и посмотреть, как там празднуют дни рождения. В Италии детские дни рождения отмечают с большой охотой и радостью. Обычно это всегда большое событие, на которое собирается полный дом гостей. В этот день все должны веселиться, никто не должен грустить. Обычно день рождения в Италии празднуется не один день. Сначала именинник устраивает обед для семьи, а в другой день для друзей. А самая любимая традиция гостей – это хорошенько тянуть и дергать именинников за уши. Но и это еще не все. Маленьким именинникам брызгают на лицо водой, как бы смывая с него все будущие неприятности и призывая удачу. О, если бы я праздновала свой день рождения в Италии, я бы выглядела вот так. Какая милашка! А как празднует день рождения, например, в Мексике? В
Мексике на день рождения обычно приглашают всех подряд. Каждого из группы в детском саду или класса, соседей, всех родственников и друзей. В среднем собирается компания из 50-100 человек. Самым главным атрибутом на день рождения в Мексике является пиньята. Пиньята – это изготовленная из папье-маше и бумаги фигура, наполненная сладостями и игрушками. Пиньяту подвешивают на веревку, и дети по очереди бьют по ней, пытаясь разбить и получить призы. А чем в Мексике принято угощать гостей? О, Вилуна, мексиканские угощения точно придутся тебе по вкусу. На столах, скорее всего, будут горы сладостей, хот-доги, пицца, чипсы, газировка, модные кейк-попсы и капкейки, леденцы и шоколадки, конфеты с тамариндом и мармеладом. Главное, всего будет очень-очень много. Празднование дня рождения в Мексике мне нравится гораздо больше. Форточка, а как празднуют день рождения, ну, например, в Африке? В Африке все сложнее. Например, племя Гала вообще не празднует дни рождения. Большинство африканцев празднуют день рождения раз в 8 лет. А люди из племени Кукуя отмечают свой день рождения с 13-летними интервалами. Здорово! А вот в Канаде именинникам натирают носы маслом. Интересно, зачем? А затем, чтобы все неурядицы с легкостью соскальзывали с виновника торжества. Очень необычная традиция. А если праздновать день рождения во Франции, то ни один гость не уйдет без подарка. Обычно готовят для каждого подарочный пакет и отдают при уходе. Или устраивают рыбалку. Рыбалку? Не понимаю, это как? Все подарочки складывают в большую коробку, а их дети вылавливают удочками. Смотри, форточка. Кажется, форточники решили сходить на рыбалку подарков. Ребята, давайте поможем им словить удачу за хвост. Выберите подарок для космоножки, конфета или книга. Книга. Пружинкину, пирожное или блокнот. Блокнот. Шнобзелю, кола или сок. Сок. Отлично, вы выбрали полезные подарки для форточников. Надеюсь, это поможет стать им умнее, добрее и здоровее. Ой, форточка, а для чего этот флаг выставили в окно? Так в Дании всех оповещают, что в доме именинник. Считается, что в каждый прохожий, увидев подобный сигнал, может зайти в дом и поздравить именинника. Форточка, а откуда появилась традиция задувать свечи на торте? Эта традиция появилась в Германии. В те времена торт с зажженными свечами выдавался имениннику уже с самого утра. Свечи горели целый день, и только вечером после ужина можно было их задуть и загадать желание. Отличная традиция. А вот я знаю, что в Голландии в школе имениннику-ученику одевают на голову такую яркую шапку, а его кресло украшают яркими лентами и шариками. Ой, а что происходит с нашими форточниками? Почему они бьются головой о пол? А, это они попали в Ирландию. Ведь именно в этой стране именинника переворачивают вниз головой и ударяют о пол по разу за каждый прожитый год. И еще по разу на счастье. Ребята, а давайте вместе посчитаем, сколько лет форточникам. Ну что ж, теперь я знаю об этом празднике гораздо больше.
А теперь все идем веселиться! Happy birthday.